Привет, это рэп. Сегодня праздник, день города. Радуйтесь, если хотите, хотите, не радуйтесь. Моя аудитория человек, я думаю, 5. Кстати говоря, тут вышел снизу до вершин проект от SP Production. Это наш сопроект, мы его выпускаем. Тоже смотрите, интересный проект. Я понимаю, сейчас много рэперов. Тут рэп, там рэп, под столом рэп. Сверху рэп, в микрофоне рэп. Но, как бы, надо отбирать рэп. Слушайте хороший рэп, слушайте правильный рэп, не слушайте какашку. Ну, вообще сами выбирайте, где качественный, где какашка, но я вам подскажу. Слушайте SP, слушайте SSK, смотрите клипы, смотрите снизу до вершин, смотрите «Привет, это рэп». Ну, в общем, будет интересно, я уверен. А вот что происходило в городе в первой половине дня. It was us against the world. Fifi, you know. Mistakes happen. There's a whole lot of things that I will forgive, but I just can't take a liar. I was by your side till the very end, so you pushed me in the fire. I tried to believe you, but something is wrong. You won't look in my tell me what's going on. It's you and me against the world. That's what you said. If you can't be honest with me, then I'm afraid this is the end. Hurry up. If you ever really care about me, tell the truth. Give it up. You sound guilty, 'cause it's not a rap. Сегодня день города, выпуск. Мы будем брать интервью у наших друзей SP Production. Привет. Ну и что вообще происходит, что как? День города, 235 лет, поэтому пришли на площадь Ленина выступать. В общем, вот у нас Барс подтянулся, кстати. Пришел Барс. Барс, привет. Привет всем. Все в очках, я тоже одену очки. Что, день города, только что скинули минуса. Неудобно говорить стану вот так. Вот, так что сейчас произошел небольшой трабл, но теперь все нормально, ждем выступления, дорогие друзья. Что у вас нового, как движуха? Снимаем реалити, снимаем жизнь свою, как бы, все как есть, все как... просто с целью того, чтобы показать, как мы живем, что мы делаем, как мы идем к своим целям. Вчера репетировали очень жестко перед сегодняшним выступлением, в честь Дня города. Я бы даже сказал, не только вчера, а всю неделю мы плотно очень репетируем, поэтому... готовимся к сегодняшнему выступлению вот на площади, вечером на Крепостной горе. Так что будет шоу, выложимся на все 100%. Это, видимо, интервью от программы «Привет, это рэп». Точно, это «Привет, это рэп». «Привет, это рэп». Поэтому я хочу сказать, друзья, смотрите этот проект. Он все, как вам сказать, всех и вся. Вот, поэтому... SP Production готовится. Вот, короче. Поэтому спасибо, друзья. Мы рекламируем. Не надо так. Лимон и Джо, красавчик. Паш. Привет, это политическая передача. Расскажи нам что-нибудь. Он не общается. Друг, иди чё? Сюда. Расскажите, пожалуйста, что тут происходит. Ну, башню из коровок собираем. А что это, конкурс или что это такое? Нет, просто собираем. Микро. Происходит это передача такая. «Привет, это рэп» называется. Играете, вы на деньги играете? На большие. На большие? Сколько? 1,2 миллиона? Они не такие. А насколько большие? Слишком большие. Слишком кто большие, чемпион? Чтобы называть? Чемпион? Вот этот парень. Чемпион? Нет, я не чемпион. Как ты не чемпион? Не, я не чемпион. Я ничего еще не умею. Вот. Говорят, парниша, ты чемпион по скейтеру. Я, ну так, катаюсь так нормально. Ну вроде. Сколько лет уже? 2,5 года. Классно. А кто еще по нормально. Чемпион сейчас покажу. Ну такие самые херенные. Вот Пень. Самый отчаянный чемпион. Как его, Пень? Ну, Макс вообще. Макс Пень, блин. А так вообще можно. Кто еще у нас? Ну, Тиджи, Гзёба, такие пацаны, они там вообще катаются. Сейчас. Ну давай, зови Гзёбу, зови второго. Давай, мы ждем. Ну, пока.
Привет, расскажи нам, что тут происходит, говорят, как дела вообще? Да, говорят, ты чемпион. Да, говорю то, что нам в городе ничего не провели, у нас нет соревнований тут, нет контеста, да. То есть мы сами по себе, да. Для роллеров, бэмеров выделили все, а для паркуристов тоже выделили, а нам ничего не выделили. Ну и правильно. Такие дела. Администрация, оказывается. Все, спасибо большое. Ставрополь, ебан. Хорошо, спасибо. Все отлично, много конкурсов, весело, хорошая программа. Нравится вам праздник? Да, нравится, суперски сделали. В разных местах сразу много разных действий, это довольно круто. Привет, это рэп. Это привет, это рэп. Пойдем. Пойдем. Куда идем? Привет, расскажите, как дела и почему ты в трусах? Я очень сильно горячий кавказский парень. У меня стальные яйца, нету сисек. У меня есть охуенное мороженое. Вот, ну, собственно говоря, таким... А, ты упал? Нет, на ноге вот она, чувак. Ништяк. Давай показывай. Вот. Так что такие бублики. А вы что, откуда? Балуемся, снимаем передачу. А вы что делаете вообще? Катаетесь? Нет, мы дрочим в лоб втираем. Да, соотношение довольно-таки очень хорошее. Морщинок не будет. Ну и плюс гиперстензия. Отлично. А очки да. Женские? Нет, чувак, я их спиздил у бабушки, тут она где-то лежит. Кстати, если что, можно из нее сделать жаркое неплохое. Привет. Как дела? Хорошо, награждают победителей. А в какой конкурс? Номинации? Какой номинации? BMX. BMX? Вроде да. А вы участник? Нет, я просто смотрю. Как вам вообще праздник? Нравится? Да, очень здорово, весело.